Вот. Здравствуйте всем. Такой сейчас красотой мытьем и сортировкой занят. Это будет, наверное, коллекция этого года. Просто, ну тут жару дал. Более 100 единиц украшений, формально говоря. Конечно, половина поедет за рубеж, большая часть останется здесь. Кое-что отобрал из неликвида, назовем так. Это в детский дом ребятишкам. Вот. По тегу делать добро, можете узнать точнее. Быть добру. Вот. Много интересности сюда положил. Пусть ребятки тоже порадуются, как говорится. И не забывайте сами, очень много неликвида. Неликвидом я называю то, что спустя год не продается, допустим, потом занижается цена в течение полугода. Но если уже это не интересует покупателя, мы либо разыгрываем, либо предлагаем со скидкой 50%. Ну, в данном случае, как говорится, я просто хочу сделать доброе дело. Вот и все. Скажем так. Это тоже на одну идейку в Индонезии. Браслеты будут танцевальные. В общем, как-то так. Быть добру. Пока-пока.